Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы подробно расскажем вам про уход за абиссинскими кошками. Любопытные, независимые и очень активные. Все это об абиссинских кошках, необычной породе из Эфиопии, которая сегодня известна во всем мире. Эти кошки идеально подойдут активным людям, которые ищут себе питомцев с экзотической внешностью и высоким интеллектом. Но какого ухода требуют представители породы? Сложно ли их содержать? О главных особенностях ухода за абиссинскими кошками расскажем далее. Абиссинским кошкам нужно большое личное пространство. Хозяину представителя породы стоит позаботиться о создании полноценного игрового уголка для животного. В противном случае абиссинец начнет исследовать все шкафы и укромные уголки в доме. Абиссинские кошки обожают различные активности, в частности, они любят гулять и учиться выполнять различные команды и трюки. Хозяину представителя породы необходимо обеспечить животному достаточные физические нагрузки. При недостатке последних питомец может впасть в настоящую депрессию. Шерсть абиссинских кошек не доставляет особых хлопот. Расчесывать представителей породы рекомендуется один раз в неделю специальной щеткой, а купать по мере загрязнения. Из-за своего большого размера уши абиссинских кошек требуют особого внимания. Их нужно каждую неделю осматривать на предмет загрязнений и при необходимости чистить. Также важно регулярно посещать ветеринарного врача. Питание абиссинские кошки неприхотливы. Кормить взрослых представителей породы рекомендуется два раза в день – утром и вечером. Из натуральных продуктов абиссинские кошки больше всего любят отварную птицу, рыбу и каши. Таковы основные особенности содержания абиссинских кошек – животных, которые по праву считаются одними из самых энергичных в семействе кошачьих. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!